В Сирии наши летчики, которые ликвидируют инфраструктуру ИГИЛ, сегодня впервые выполняли боевую задачу совместно с сирийскими пилотами. Российские Су-25 вылетели с аэродрома, где базируются наши ВКС, а уже в воздухе к звену присоединились МиГ-26 сирийских военно-воздушных сил. Пока наши экипажи наносили удары, истребители Арабской Республики осуществляли прикрытие. За день до вылета все действия отработали на совместной тренировке.